Все, что касается генетики, я очень рекомендую нашего врача-генетика Ольгу Михайловну Захарову, потому что для врача, который занимается проблемами репродукции, очень важно посмотреть вот на это, то, что на Западе называют педигри, то есть вот, а по-русски получается генеалогическое древо. То есть вот генеалогическое древо очень важно для того, чтобы посмотреть, у кого были тромбозы, у кого были ранние смерти, где какие были выкидыши, где невынашивание беременности и так далее, и так далее. И врач, акушер-гинеколог может достаточно хорошо прочитать вот эту всю табличку и из этой таблички выявить какие-то интересные вещи, которые иногда могут выявить интересные проблемы, о которых вы даже не подозреваете. Поэтому, конечно, вот врач-генетик в данном случае очень здорово нам помогает, потому что так же, как и андролог, и эндокринолог, вот в составе команды, которая ведет, как врач лабораторной диагностики, в составе команды, которая вот здесь вот во всем этом деле участвует, это, конечно, очень-очень значимый момент.